так мется к собственным воротам, как будто играет даже не вчетвером, а втроем. А очень инертно играет нападающий. Витязи сейчас совершенно спокойно. Игроки Республиканцы приводили шайбу от партнера к партнеру, а все, что делали игроки Витязи, это смотрели совершенно спокойно. А вот он и Гиллес, да, шаг нанес первый бросок, самый активный из нападающих Риги по первому периоду. И Гиллес был тут как тут. Гиллес, который в последнее время очки набирает исправно. Опять разговор о том, как сейчас играют в предыдущей смене, играли нападающие Витязи, то же самое, совершенно спокойно Гиллес выходил на эту ударную позицию и совершенно спокойно.